На Ямале начали реконструкцию железнодорожной магистрали, которая станет частью северного широтного хода. Протяженность участка на Дым, Пристань, Пангоды около 129 километров. Эта железная дорога, построенная в начале 50-х, была сначала заброшена, а затем восстановлена на месте 501-й стройки. В планах усилить железнодорожные линии, демонтировать старые и построить новые мосты, частично заменить рельсы. Работы планируют завершить к декабрю 2027 года. В Янао впервые пройдет творческий фестиваль «Мир вокруг нас» для детей с инвалидностью. Подать заявку на отбор можно до 31 мая. Номинации 4 – вокал, изобразительное искусство, хореография и танцы на колясках. Финалисты выступят в октябре в Ноябрьске. Также для участников состоятся мастер-классы и образовательные семинары. В научном центре изучения Арктики оборудуют современную комплексную грунтовую лабораторию. Она нужна, чтобы еще на этапе проектирования предусмотреть возможные риски для объектов строительства. Результаты исследований 11 высококвалифицированных ученых лягут в основу изысканий во всех отраслях промышленного и гражданского строительства. Сейчас ведутся строительные работы и закупка оборудования. Салехарду хотят присвоить звание города трудовой доблести за вклад его жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне. С таким предложением вышли общественники, историки и краеведы окружной столицы. Процедуру по соисканию почетного звания уже запустили. В ближайшее время подготовят историко-архивную справку, которую затем изучит Российская академия наук.